Роспотребнадзор стоит на страже здоровья якутян. В преддверии новогодних праздников управление совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров. Как выбрать новогодние сладкие подарки, расскажет Нергуяна Иванова. В канун новогодних праздников детские сладкие подарки становятся самым ходовым товаром. При выборе в первую очередь нужно обратить внимание на наличие маркировки, которая в обязательном порядке должна быть четкой и легко читаемой. Подарки должны продаваться, реализовываться в местах организованной торговли. Если же в подарок входит импортная продукция, то должна иметь все равно информацию на русском языке. Также следует обратить внимание на упаковку и ее прочность. Она не должна быть герметичной и деформированной. Упаковка должна быть плотно закрытой, содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия. Также мы должны, конечно же, требовать при покупке от продавца сертификаты качества, да, сертификаты безопасности данного товара. И если качество нам не подходит по каким-либо параметрам, мы можем за подарок вернуть. Выбирать сладости нужно не только по красоте упаковки. Особое внимание нужно уделить самой сладкой части подарка. Например, смотрим обязательно на внешний вид. Упаковку сначала все смотрим, правильно, вот, без разлома, без ничего. И открываем и смотрим. Если по аналитическим показателям без посидений, цвет вот блестит, матовый вот с одной, потому что оно с орехами, оно вот матовое, да, без посидения. Это значит, нормально поорганолитика проходит. В лаборатории, где работает Александра Ефремова, применяется только высокотехнологическое оборудование, при помощи которых исследуется содержание солей, тяжелых металлов, пестицидов, а также минеральный состав и физико-химические методы исследования. Мы используем в работе очень высокосовременные, высокочувствительные приборы, такие как газовые хроматографы, как атомно-абсорбционный спектрофотометр, как анализаторы, как жидкостные хроматографы и также анализаторы флюорат. Каждый желающий может задать вопросы по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И чтобы последствия праздничного застолья не испортили новогодние праздники, нужно тщательно выбирать продукты. Нергуяна Иванова, Гаврил Дичков, НВК Саха, Якутск.